Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить агент 007 Bloodstone. А мы здесь были? Старый друг, 50 метров. Ух ты, Чё такое? Куда прыгать? Куда валим? Джеймс Бонд, что там еще может быть? Помогите! Кому? Не хочу. Полицейская дача. Рак, влиятельный бизнесмен, родом из Монголии, владеет рядом портов на реке Чаупхрая, занимается экспортом различных товаров. В свое время в Бангкоке Раку был предъявлено множество обвинений, в том числе и убийствах, пытках и торговле людьми. Официальное следствие не установило причастности Рака к преступлениям, и все иски против него были отозваны. Чуть такое. Паску. Не нахер. Так, этот шокер потный вообще не прет меня. Где мой глушитель, пекарь? Старый друг. Опа, лучше новых друг. Двух. Чё, прошли что ли? Если в ходе перестрелки вы увидите предмет, который можно взорвать, чтобы провести несколько смертельных выстрелов подряд, нажмите. Полиция ищет агента по приказу Рака. Сейчас британец идет сюда. Будьте готовы стрелять немедленно. Рак велел брать его живым или мертвым. Он ненормальный, если сунется сюда. У него нет шансов. Готов. И ты готов, козел. Блин, ну чё ты не стреляешь, кореш? Ау! Иди нахер, козел. За угол удерживать. Да иди ты быстрее, кореш, иди, пойдем драться, бить. Хочу убивать с глушителем. Хоть здесь... Яхт-клуб Рака. Зашибись. У нас включено что-нибудь? Кто там? Блин, да не хочу я этот автомат! Ну, теперь мы точно нашумели. Твою мать. Что это такое? Все на. Блин, да иди ты нахер! Давай за бочку спрячемся. Подожди. Один. Рока или Рака? Рака, точно. Рака, нахер, срака. Ой, хорошо, замечательно. Не надо мне тут бздеть. Прям в парик. Не надо вам париков. У вас потери. Вот большие потери. Смотри, они все одинаковые. Это хорошо, значит, близнецы. Нет, вот все реально люди одинаковые. Одинаковое лицо, одинаковый парик, одинаковая одежда. Ух ты, гад. Гаденыш. Ты один? Теперь тебе вообще нету, шняга. Никого? Музыка, все, заткнись. О. Твою мать. Ну кто же знал, что козлы прибегут? Кореш, беги, беги, беги нахер отсюда. Уроды, а? Ну уроды. И прям бегут, смотри. Сколько козлов, раз, два, три. Смотри, смотри, бежит как шустро. Они прям бегут к тебе целеустремленно. Мы его сейчас встретим. Вот и все. А так бежал, старался. Еще шняга. Еще два, как минимум.
Ты за стенка, что ли? Чимбис. Шо? Еще один на подходе. Сатанисты долбаные. Жесть, ну труба. Да я ж тебе в голову попал, тварь! Одинаковая. Ждем, 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 что-то совсем плоховато. О, козлина, прям в башню, в башню, в башню попал. Не надо мне, Василий, сиди и пей молоко, нахрен. Все, надеюсь, дайте нам побежать, останавливайте меня. Куда? Туда? Что? Ну пошли туда. Да ёб твою мать. Кто там? Вот кто-то здесь стреляет. Блин, уроды. Везде эти уроды. Все, устал. Не понял. Это что, пустота? Да. Супермаркет. Вон он. Второй. Все, козлы. Ну что, мы тогда в дверь войдем по-нормальному. Да ёб твою мать, а. У вас что, задержка, что ли? Так. Шняга одна стала, да? Все, козел? Или не все? Так, я не вижу здесь двери. Это дверь? Да, это дверь. Да. Сохранение, наконец. Что за вопросик? Понятно, что за вопросик. Готов. Оригинал. Хорошо, идем и убиваем. Класс. Что может быть лучше в жизни? Идти и убивать. Не понял, что это такое было. Где? В обход. Твою мать. Дайте-ка мне пекарь. Я люблю в голову попадать. Блин, два раза в голову попал, странная башка у тебя. Ну да, мы же должны быть живы. Вот в чем эффект. Блин, еще козел там ходит. Ой. Вылази, башня. Блин, да не хочу я это оружие, мне глушак нужен. Пойдем в радиорубку. Что-то открыли. А, ворота открыли. Вот эти? Угу. Смотри, что тут... Еще кто-то пробежал. Тут их... Четверо, пятеро где-то. Вот эта козлина здесь сидит, в черноте. Блин, урод, а. Сдох. Какая-то груша. А, это зеркало от машины. Ой, мой, да. Идете кашу варить? И всегда все одинаково. Ну ладно.
нафиг делать? Где ты там? Покажись, мне надо тебе кокнуть и все. Все, подохну. Все, исчез. Крысинка. Да ё-моё. А чё мы не стреляем-то, ё-бог. Блин, даже заныкаться-то некуда. Ну, в принципе-то есть куда заныкаться. Мы занычимся сейчас. Яхт-клуб. Еще кто-то сверху стрелял. Угу. Дурак, бежать надо от таких пуль. От шквала пуль бежать. Все, дострелялся. Казбек. И чё? О, вот дверца. Интересно, куда мы все идем? О. Подожди, куда ты наверх направил прицел? А вот он только что появился, хер. Он был, он у тебя наверху был. А, странно, почему наверху был, когда я мышь держал. Сейчас еще отметим на точке, где эти козлы. Сразу же откинулся. Быстро они дохнут. Это походу сверху мудень. Так точно. Так, сдохло. Наверное, зря перезаряжаюсь, ну ладно. Все сюда, приходите. Да ёб твою мать, смотри, не дают пройти. Не дают. О-о-о. Подожди, кореш, вот сюда, да спрячься. Да что ты так бегаешь? Блин, управление до дюши знакомое в какой-то игре, нахрен. Может быть, вот это похожая самая игра? Он как-то бегает дерьмово. Иди нахер отсюда, гнедушный. Чё ты их просто... Тьма, нахрен. Смотри, чё... Оп-оп, подстукивает под музыку. Тун-дунч, тун-дун-дунч, тун-дун-дунч. Тун-дун-дунч. Ещё кто-то есть вон там. Да есть козлина как. Как ты нас видишь? Всё. Из-за железки. Да ёб твою мать, да смотри, чё их так много-то? Да перезаряжай ты быстрее, чё ты бежишь ты нахрен, не беги. Кто это? Ракер орёт? Давай пока того убьем вдалеке. Делайте что угодно, мне нужен его труп. Не получится, извините. Угу. Подкрепление? Да вы и так уже 100 штук пригласили людей. Своих же, ёптвою налево. Дайте нам пройти, пожалуйста. Не надо, не хулиганьте. Мы слабые бонды. Идиоты! Никакого толку! А это вот он и есть. Рак. Рака. Крака. Рак, надо что-то назвать. Только не на машине, нахер. Фу, да ты слабый. А, это убийца, наверное, тот, которого мы не догнали. Mm-hmm. Все, Рак. Все кончено. Я знаю о похищениях, об ученых, о биооружии. Рак тоже не слабый, драться должен уметь китаец. Даю тебе последний шанс. Надо было уходить, пока у тебя был шанс. Ёб твою мать, вот это неожиданность. Самый хитрый оказался. А хитрый. Что он вам взял-то ему? Скальпель, что ли? Или шприц какой-то, он, кажется, херня? Как будто шприц какой-то. Ну быстро он отключился, бомб. Да, может быть,
что-то такое отключающее человека. Понятно, за каждое устранение дается выстрелка. Добро пожаловать в пункт назначения, мистер Бонд. Это Мьянма. Последняя остановка. Конец пути. Здесь настанет финал вашей печальной истории. Хер вам. Понятно? Как у вас все устроено? Что вы делаете? Похищаете нужных людей и пытаете их, пока они не выдадут все секреты. Посмотрите внимательно на этот нож, мистер Бонд. Он из платины, украшен драгоценными камнями и бриллиантами. Предназначен для того, чтобы причинять невыносимую боль. Я потрошу им людей, сдираю кожу заживо. Вы тоже заговорите, расскажете все тайны. Рано или поздно все ломаются. Можешь убить меня, Рак. Но Ми-6 пришлет кого-нибудь еще, а потом еще и еще раз. Поверь, в любом случае ты покойник. Ой, старый телефон, жесть. Алло? Звонок. Хорошо, скоро буду. Готовьте вертолет! Летим в Бангкок! Когда я вернусь, мистер Бонд... Тебя уже не будет. Мы сдернем вас во дворе, и все пленники будут за этим наблюдать. Увидят, как я вырву вам язык, сразу заговорят. Напугал он нас. Конечно, мы как-нибудь довыберемся. Что это такое? Выберитесь из лагеря. Есть. Задание. Освободиться. Быстро нажимать Е. Конечно, освободимся. Они его уже и укололи, и побили, наверное, хорошенько. Ну вот, то, мозги, что ты видел. Вытрясли. Найдите свой телефон и оружие. Зашибись. Куда идти, что делать? А, ну то ты что скажешь. Посмотрю, как там британский агент. В том плане хорошо, что он знает все приемы. Он может... Так, отлично. Конечно, знает. Какая парашливая больница у них ходит. Это... Не больница? Лагерь-то. Никого там нету. Наш пекарь вывернули. Ему повезло, что его не кокнули, нахуй. По сюжету. Так, ну конечно, фигли. Если его кокнуть, то все, игра закончится. Кто там? Это мы. Так, нам нужен наш смартфон. Вот там на столе что-то было. Где? Получше оглядись. Это ноутбук. А, на другом столе повернись. На вот каком? Это, вот на этом столе. Чего? Ничего. Чего? Это бумажки вонючки. Зад подтирать. Mm. Так, пойдем сюда. Так, что... Печатная машинка. Какое укрытие? Значит, сейчас кто-то будет, что ли? Нам укрытие не нужно. Что это такое было? РД, глушителем, да. Наш любимый пистолет, самый охрененный. Хорошо, здесь что за шняга? Здесь я ни черта не вижу. Это что за дверь? ОР? Зашибись, все. Mm-hmm. Нашли мы свой смартфон. Ох ты, ёб твою мать, а! Любимая твоя. Блин, ну что за дерьмо? Так. Д. Ну я же Д нажал, чё ты? Хорошо, смартфон у нас... Смартфон открывает двери. А, рак, я не слышу, враг. Рак вылез. Вот сейчас они расслабятся. Босс усвалил.
Что там такое? Стреляют вас. Да что ты там застрял-то, ёб твою налево? Застревалка. Это что, рак бежит? Навряд ли. Куда вы бежите? Вы что, дебилы, что ли? Что-то усели. Подожди, что-то они уселись. Почему они уселись? Идите в зад. Вон плохие. А, это, наверное, просто были пленники. Люди. Пленники, да, возможно. А, это люди. Людей не трогать, только вот этих людей. Ой-ой-ой-ой. Перезарядим. Держись, это что, у рака такая охрана, что ли, нахуй? Охренеть. Ой, да там их тьма, нахуй. Еще бегут, смотри. Че? По нулям. Твою мать. Дверь закрыта. Ну че, только козла ждать, пока он сюда придет. Блин, дерьмово. Ну, тебе, конечно же, не подождать. М1. М1, нам на сохранение нужно. Нормальный дробовичок. УМП. Ну, Лёша дробовикам предпочитает автоматы. Вот, да там быстрее. Или... чик-чирик на. Ну да. Твою мать, напугал ты. Блин, ну шняги, ну. Из танка стреляют. Ух ты, из танка нахер. Сигнализация бесит. Где ты, дерьмо? Да зашибись, как же я танк уничтожу. А он не всегда за тобой следит, он иногда отворачивается. Надо, видимо, ждать, пока он отвернется, а потом куда-то пробежать. Вот этого подонка надо убить. Нам сохранение нужно и все. Да где ты, кусок дерьма? Куда-то убежал. Что там ты, блядь? Людское что-то мешается. Ух ты, подонок. О, зашибись, лесен. Да, стреляй ты себе, не стреляй. Только куда ты стреляешь? Сохранение было? Не видела. Куда? Смартфон? Помощь? Куда? Все, здесь закончим. Все, подписка на канал, группа ВКонтакте, комментируйте, лайк, пока. Пока.